Компании Skylink и Центр Телеком подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в регионах Центрального федерального округа эти операторы будут работать рука об руку. О том, как это будет предприниматься и как отразится на конкретном абоненте, рассказала генеральный директор ЗАО «Скайлинк» Гульнара Хасьянова. Сегодня мы подписали принципиально новое соглашение, которое касается новых направлений нашего взаимодействия с компанией «Центр Телеком». В первую очередь это касается использования бренда «Скайлинк» на тех трех лицензионных территориях, на сегодняшний день на которых «Центр Телеком» уже предоставляет услуги связи в стандарте CDMA-2000, то есть в том же стандарте, в котором работает Skylink. Поэтому в этих трех регионах Центр Телеком просто будет использовать бренд Skylink при оказании услуг под своими лицензиями. Кроме того, соглашение предусматривает то, что Центр Телеком станет агентом Skylink по подключению абонентов на всех остальных филиалов во всех остальных субъектах Российской Федерации, которых услуги предоставляет Центр Телеком. Мы рассчитываем также, что в ближайшие 2-3 месяца мы запустим FMC коробочный продукт, который сможем продвигать на абонентской базе абонентов, которые используют услуги широкополосного доступа компании «Центр Телеком». Здесь мы считаем, что для нас является очень важным стратегическим моментом сотрудничества, поскольку «Центр Телеком», наверное, главный оператор телекоммуникационного рынка в Центральном федеральном округе. А мы лидер рынка по предоставлению услуг мобильного широкополосного интернета. Поэтому мы считаем, что если рынок растет в целом в Российской Федерации порядка на 50% в год, то в Центральном федеральном округе рынок широкополосного мобильного интернета растет где-то на 55-60% в год, то есть опережающими темпами по сравнению с другими территориями Российской Федерации. Поэтому в случае успешной реализации этого проекта мы рассчитываем, что из планируемых 700 тысяч абонентов, которых Центр Телеком декларировал, что будут пользоваться в этом году услугами широкополосного доступа, не менее 10%, то есть не менее 70 тысяч абонентов, воспользуются нашим конвергентным продуктом и будут использовать мобильный широкополосный доступ к интернету компании Skylink. После подписания вопросы об общем. Собирается ли Skylink активно работать на рынке связи стандарта GSM? Мы рассматриваем развитие бизнеса в GSM во взаимоувязке с бизнесом CDMA. И более того, главным определяющим у нас на ближайшие несколько лет все равно остается бизнес CDMA, поскольку в нем есть наше конкурентное преимущество. А стратегия развития GSM во взаимоувязи с CDMA мы как раз рассматриваем сейчас с акционерами и после согласования будем готовы объявить ее рынком. Съемочная группа «Портовик.ру» расспросила Гульнару Хасьянову и о том, каковы темпы развития «Скайлинк» в регионах и почему именно туда направлены основные устремления компании. Безусловно, уже на сегодняшний день мы можем декларировать, что за последний год мы удвоили свою долю на московском рынке и на рынке Санкт-Петербурга. И теперь как бы вопрос о рынке регионов, поэтому мы будем очень стараться расти быстрее, нежели чем темпы роста рынка.